Нордическая выставка в городе. 21 июня в Мурмашах и с 22 по 23 в Коле стартует распродажа верхней одежды европейских и норвежских брендов. О выгодных предложениях и новых коллекциях узнаем в нашем сюжете. По словам экспертов, санкциями недружественные страны, среди которых с прошлого года и Норвегия, нанесли ущерб прежде всего себе. Так, в России, например, из-за закрытия брендовых магазинов осталась огромная партия высококачественного товара. Этот остаток теперь распродается по всей стране на нордических выставках. Наша компания Orsa Group выкупила товарный остаток в закрывшихся магазинах в Санкт-Петербурге и распродает весь остаток со скидками от 40 до 70%. То есть представлены канадские, финские аляски, скандинавские пуховики, облегченные дубленки. Но большой акцент мы делаем именно на демисезон лета. То есть это кожаные куртки, плащи, пуховики, летние ветровки и штормовки. Размерный ряд от 40 до 74 размера включительно. Представляю вашему вниманию кожаные модели от компании Sanshu. Данные модели выполнены из натуральной телячьей кожи, обработаны полифит-маслами. Идеально подходит на демисезон весна-осень, также и на лето. Вот. Из преимуществ у данной модели затяжной пояс, то есть на кунисках его можно подтянуть. Вот. Цветовая палитра представлена в разных цветах. Я вот сегодня пришла на выставку, продажу норвежских верхней одежды, скажем так. Что подобрали, Наталья? Ну, подобрала благодаря молодому человеку, который, да, очень хорошо все рассказал. Как это? Пальто, да? Весеннее пальто. А чем оно вам понравилось? Ну, во-первых, мне понравился фасон, это раз, да. Вот, потом, что оно легкое, это два. И третье, что... Ну, цвет такой необычный, цвет какой-то очень такой современный, скажем так. Такой. Да, мне понравилось, да, очень даже. Думаю, буду носить с удовольствием. Нордическая верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурмашах с 20 по 21 июня, включительно по адресу улица Советская, 11, с 10 до 20 часов. Коле с 22 по 23 июня, включительно также с 10 до 20 часов по адресу Советский проспект, 26. Вход рядом с аптекой «Апрель», ориентир «Воздушные шары».